У нас сегодня очень интересное задание для отдела архитектуры. Помочь японской делегации во главе с очень известным флористом выбрать место для цветочной композиции у нас в городе. Это будет конструкция, украшенная цветами в виде такого интересного арт-объекта флористического. Предварительно решили, что это будет прямо в центре площади. Такой объект, тем более на такой короткий срок, должен быть у всех на виду. Важная ремарка. Зная особенности наших людей, прошу вас не портить композицию, не воровать цветы. В конце самой этой выставки, представления этого объекта, все цветы будут раздарены всем желающим. Утром монтируют, целый день композиция стоит, а вечером японские подарки. Выглядеть это будет примерно так, это плюс-минус 3 метра, все будет украшено цветами. Пожалуйста, еще раз напоминаю, не надо воровать. Утром это установили, к вечеру цветы будут раздарены всем желающим. Правильно? Да, с цветами это выглядит вот так. Это можно видеть. Вот такой примерно сверху. Вот, еще раз вид конструкции сбоку. Угу. И пример, вот как это украшено с цветами на Окинаве в Японии. Я видел уже ваш сайт, я уверен, что будет красиво. Можно даже не показываться. Да. Будут очень красивые цветы. Мы сегодня их покупали, они очень свежие. Покупали у производителя. Планируем использовать розы, рапс. Mm-hmm. И хотелось бы еще какие-то цветы, которые олицетворяют Украину. Потому что каждый раз, когда они делают скульптуры, они используют именно какие-то местные цветы, местные растения. Сам художник, флорист Адзума-сан такой концепт своих произведений имеет, что всегда оформляет их частично теми цветами, которые произрастают вот в этом регионе. Поэтому он попросил у нас найти цветы, которые на данный момент могли бы олицетворять Украину. Сейчас такой период, что мы можем найти сирень, можем найти ландыши. Поэтому у нас задача отдела архитектуры до завтра, до 9 утра, найти где-то эти цветы. И сегодня я иду не на бокс, не в регби играть со своими друзьями-борцами, а рвать ландыши в лесу. Ландыши куплены. И теперь завтра утром также куплю сирень. И мы свою лепту от города внесем в эту цветочную композицию. И еще коротенькое обращение ко всем, кто проживает в коттеджах, имеет какой-то свой небольшой палисадник. Может быть, кто-то сегодня ночью поедет к себе на дачу. У кого выращиваются цветы, если вы хотите поучаствовать, оставить свою небольшую часть в этой японской скульптуре цветов, то завтра с 9 до 10 можете поднести свои цветы прямо в центр площади. И ваши цветочки станут частью этой японско-украинской композиции. Все, пока! Ребята славутичане, в очередной раз обращаюсь к нашим якобы тянущимся к прекрасному и болеющим за чистоту города. Всем, кто метает бычки с балконов, выкуренные просто на площади. К нам сегодня приехали друзья из Японии. И невольно я подметил момент. Человек выкурил сигаретку и кладет себе же в коробок. Учитесь. Пожалуйста, вот, все в коробочек и унес с собой. Спасибо за учение. Спасибо.